день, купающийся на закате. День, дорогие друзья, приветствую вас из города Курорта Анапа. Зовут меня Юрий Заровский, вам всем привет, Черноморск. Сегодня мы с вами прогуляемся по городу вечернему, посмотрим, как город готовится к Новому году, ну и сколько здесь людей, что вообще работает, потому что запрос на приезд к нам от вас звучит все чаще, и надеюсь, что вам это видео поможет определиться, стоит ли приезжать на новогодние праздники или нет. Ну, я честно скажу, что стоит, как минимум теплее, чем у вас. Сейчас у нас плюс 5 градусов, время на часах предзакатное, 16:30, и мы с вами идем на море по улице Гребенской. Сзади меня видите, что прогуливаются люди, работает очень много торговых точек, поэтому настроение хорошее и у меня, и у тех, кто гуляет. Мы идем к морю. Начало съемки я выбрал не случайно Гребенскую, потому что именно здесь у нас происходят обычно все самые важные праздничные мероприятия. На зоне отдыха устанавливаются новогодние украшения и проводится новогодняя дискотека со всякими разными активностями. Сейчас здесь работает мангал, донер можно купить, поесть. Также там торговые точки, как я вам сказал, функционируют и слева, и с правой стороны. Город, в принципе, чистый и ждет своих гостей, коих и сейчас, как вы видите, прогуливается довольно-таки много. Местные люди, к сожалению, не так часто ходят на море, как хотелось бы. Бережная, конечно, не наполнена людьми так, как это бывает в летнее время. Также закрыты все торговые павильончики. Но здесь, в районе арочки, входа к морю, людей довольно-таки приличное количество для этого времени и времени года. Работает Грик-стрит, можно поесть, а также кафе «Звездочка» при выходе к морю. То есть даже придя сюда, вы сможете найти, где поесть и чем себя, так сказать, порадовать всякими разными вкусняшками нашими. Ну и выходим на саму зону отдыха. Здесь он и шашлычок жарит. Здесь каких-то пока глобальных изменений мы не видим. Видим, что завезли с левой стороны разные элементы будущего благоустройства для этого места. У нас здесь освещение работает еще с прошлого года. Какие-то вот детские домики ставят, что тоже хорошо. Возможно, это даже не элементы новогоднего развлечения вашего. Именно в планах постройки детских площадок на пляжах, общедоступных, и которые будут стоять здесь уже все время в доступе для наших детей. Сделана дополнительная подсветка, потому что, по-моему, этих фонарей не было. Могу ошибаться, конечно. Но вот в прошлом году у нас вот эта лента появилась вдоль берега моря, которая подсвечивает теперь весь пляж. Это выглядит очень красиво. Так что, я думаю, это какой-то детский городок здесь устанавливается. И не в рамках зимних праздников. Тут дальше появляются арочки красивые тоже. Круто, слушай, это прям интересное такое благоустройство завезли. Ну и на Новый год, я думаю, что все жители и гости города смогут уже оценить этот детский игровой комплекс. По крайней мере, на это есть все надежды. Буду надеяться, что успеют собрать. В зоне отдыха люди отдыхают на качелях, просто приходят поставить, посмотреть, сфотографироваться с нашей уже знаменитой надписью «Море в море». Вот это весьма себе привлекательно. Ну и морюшка волнуется, переживает, где вы все, когда же вы уже все к нам приедете. Мы вас очень сильно ждем и хотим видеть в гостях на новогодние праздники. Будем рады вам всем. Здесь никаких особых изменений нету, поэтому не могу сказать, что здесь приступили тоже к украшению этих мест. Украшенным местом в Анапе сейчас является Красная площадь. Там, как всегда, заранее уже установлена елка и разные элементы украшения внутри, чтобы привлекать вас и других покупателей. Было бы интересно услышать от вас, какие у вас планы на Новый год, что вы хотите делать, куда-то поехать. Может быть, вообще что-нибудь такое вау, предложите, я сам захочу. У нас очень много разных мест, которые предлагают провести Новый год, но из них ко мне ребята обратились, рекламу делал в телеграм-канале «Астория», называется «Витязева». У них программа новогодняя, стоимость человека, по-моему, 20 тысяч рублей за с ночи 31 и по 2 число. Выезд на их ферму и другая развлекательная программа. Смотрите подробнее в телеграме, ну и вообще подписывайтесь на наш телеграм, там много полезной информации для вас всегда. Можно увидеть, что пляж вычищен, проборонен тракторами. Здесь я, кстати, не понимаю, зачем это делать, люди гуляют и по рыхлому песку это делать довольно-таки неудобно. Хотя бы уже вдоль берега моря не трогали этот промежуток. Ну, наверное, хотели распланировать, чтобы в дальнейшем тут размещать уже какие-то объекты развлечений. Ну и давайте еще одним глазком посмотрим на то, что нам тут завезли. Какие-то столбы. Ну да, я думаю, что это будет какой-то городок. Вазалка там или еще что-то. Надеюсь, что это все действительно для детей, бесплатное. И у нас в Анапе будет
супер зона отдыха. Но не забывайте про тренажеры, пожалуйста, для занятия спортом. А то вот это, наверное, один из первых, которых тут был. Но таких хотелось бы побольше, особенно в таком формате, которые стоят непосредственно сейчас на набережной в районе маяка. Там тренажеры в Анапе теперь уже просто суперские. Если хватит сил, мы до этого дойдем, я вам их покажу. В телеграм-канале это уже все было опубликовано. Поэтому, ребята, жду вас, море вас там каждый день онлайн. Вот сегодня в море купался, плюс 10 градусов, в телеге это тоже есть. Чайки, люди, которых кормят хлебушком. Это все лечебный пляж. Место соединения каменного с песчаным в Анапе. Установочка сейчас здесь такая. Есть немножко водорослей возле берега. Но в основном все очень даже хорошо. Люди, которые гуляют вдоль берега. Парк 30-летия Победы. Или Центральный парк. Как мне сказали правильно его называть. В Анапе продолжают работать фонтаны. К ним мы еще подойдем. Все такая вот подготовка к Новому году. Минусов у нас еще ближайшие 3 дня не обещают. Поэтому я думаю, что фонтаны продолжат свою работу. В левую сторону у нас набережная. Тоже все магазинчики здесь работают, но кафе уже позакрывались. Видеть молодежь, которая занимается спортом, бегают у нас по набережной. Надо как можно больше популяризировать бег. Так вот с этой стороны выглядит парк. Поворачиваем камеру, видим подъем на лестницу на верхний ярус набережной. Ну и часть пляжа, которая относится к мотыльку. Поднимаемся на лестницу и смотрим в сторону Театральной площади. Здесь у нас фонтанчик, ручеек. Пересох, хотя вчера работал, чистили вручную. И люди прогуливаются Театральной непосредственно к набережной. Здесь тоже жемчужный фонтан уже не работает. Людей не так уж и много, к сожалению. Тут с угла набережной верхней. Мне всегда нравится смотреть наш песчаный пляж. Они отсюда выглядят более интересно. Видно всех, кто пришел на прогулку. Чем они там занимаются. Красота. Да и только. И масштаб, конечно, чувствуется всех наших песчаных пляжей. Берега Черноморского. Это тоже очень круто. И до самого Джимате. Дальше, ребята, мы прогуливаемся. Здесь у нас Алые паруса. Тоже с Анапы. У многих есть возле них фотографии. Тут немножко меньше становится ветра. И гораздо более приятно гулять по любимому городу и любимым набережным. Поблагодарить наш Зеленстрой за красоту клумб в этом году. Даже сейчас есть цветочки на них. Красота. Люблю, когда город чист, уютен и приятен для наших дорогих гостей. Здесь у нас часть новой набережной. Обещают, что в скором времени всю набережную могут сделать в таком формате, как это. Даже детская горка появилась. Прикольно. Для этого не было. Часть тут огородили, чтобы там люди почему-то не ходили. И говорят, также перед вот этим у нас пансионатом также сделают переработку этого сквера. Будет все выглядеть тоже в таком воздушном стиле с арочками. Ну, когда строили, было много охов-ахов. После строительства этого места плохих отзывов о нем я не слышал, если честно. Напишите свой, если вы здесь особенно были, понравилось вам или нет в этом году, как здесь все обустроили, как оно выглядело. Еще интересно в этом году услышать на санатории Кубань отзывы, если вдруг приезжали, отдыхали, потому что были те, кто собирались, и по прошлым годам там было не очень, а как же в этом году, напишите обязательно. Тут работает кофейня, и также на втором ярусе работают некоторые заведение, кафе. С левой стороны барбекю находится. Он тоже у нас круглогодичный. И туда люди на автопати подъезжают в основном. Здесь там есть по вечерам, по ночам. Особенно в выходные дни. Чек-сапфир называется. Караоке-клуб. Приходите, посмотрите. Если были, нам в комментариях расскажите, что там происходит. Ну, а дальше капитан. С левой стороны старинная Анапа. Где на зеленую траву, листья еще на деревьях. Да? То есть их тут причем много. Совсем не верится, что уже заканчивается осень. Хотя осень в этом году в Анапе очень и очень даже красивая. Много ярких пестрых красок, что мне доставляет прям очень много удовольствия. Капитан. Красиво, да? Вечернее время смотрится. Много подсветки. С таким вот вау-эффектом. Ну и здесь тоже веранда подсвечивается возле старинной Анапы. Очень красиво. Отель Анапа Океан. Также здесь кафе-веранда, ля-веранда. И они поубирали деревья. Это стало как-то пусто лично для меня, потому что привык к большому количеству зелени. И очень много детей куда-то группой прошли.
То есть жизнь в Анапе существует. Не переживайте, что все умерло и никого нету. Особенно, как только становится теплая погода, все выходят погулять на набережной. Можно, кстати, сократить, пройти вот здесь по прямой, по проспекту Революции, и выйти прямо на пляж Высокий берег. Но мы пойдем другим путем вдоль всей набережной. Улица Ленина, перед морпортом создано такое прекрасное пространство. Здесь фудкорт работал. И что-то, походу, все приуныло. По крайней мере, на вид все закрыто. Ну, очень много лавочек разнообразных, качель, мусорки есть. Чисто, красиво и притягательно. Здесь еще один красивый сквер с фламинго и детскими площадками. Ну, дальше отель находится. И вверху зона отдыха «Атмосфера». Отель называется «Атлантида». На канале есть обзорчик на него. Он работает тоже круглогодично. Можно приезжать на отдых даже сейчас зимой. Небольшой лестничный подъем, заборчик. Непритязательное название самой красивой набережной, но тем не менее есть. Тут находится хабро, кофе и десерт, мидии и вино. Сквозь опавшие листву на деревьях тебе разглядеть бассейн на пляжике «Золотая бухта», единственном платном в Анапе. Хотя такое по российскому законодательству невозможно. Но в Анапе и такое есть. Если что, хотите посмотреть, приезжайте. Подходим к «Золотой бухте» ЖК. Тут помимо красивого благоустройства есть кофейни, также работает океанариум. А также много разнообразных магазинчиков находится на цокольном этаже с выходом на набережную. Также есть где посидеть, чтобы на море посмотреть. Солнышко уже ушло за горизонт. К сожалению, сегодня тучки на горизонте, и мы его с вами не увидели. Хотя надежда на закат была. Вот тот самый пляж платный. Подходим к моему любимому панорамному месту с видом на песчаные пляжи города Анапы, Даджимате. Да, в сторону бескрайней глади морской. И здесь мы должны уже начать прятаться от ветра северного. Дальше будет прям приятно прогуливаться, потому что ветерок будет скрыт от нас деревьями, строениями. В общем, когда дует север, welcome to Высокий берег. Здесь гулять гораздо приятнее. Ну, а также вид на сам пляж Высокий берег, который находится в Малой бухте Анапы. С правой стороны здесь мол есть, но сам пляж расположен немножко левее. Купающих сейчас вечером не будет, но это самое популярное место для зимнего купания в Анапе. Отсюда прям очень хорошо видно, что на пляже совсем мало людей гуляет. Вот так и на закат сюда тоже приходят посмотреть, так как очень удобное место расположения. А вот сюда на мыс приходят рыбаки, коих сейчас парочка. О, смотри, кто-то переодевается, да, только что искупался в море. Вот так, я сказал, что никто не купается. Нет, вот, пожалуйста, есть один вечерний страждущий по морю. Люди гуляют потихонечку. Здесь питан-клуб расширился, стало теперь гораздо больше площадок. И люди играют даже в вечернее время. Говорит о востребованности этого места, что очень и очень хорошо. Как и должно быть. Купающийся на закате, замечен мной. На каменных пляжах купаться, честно, гораздо проще, чем на песчаных, чем люди и пользуются. Всем желаем хорошего купания. Точнее, вечерние данные на табло. 11 вода, 0,6 воздух, на 17-12. И пляж Высокий берег. Прогулялись по этой набережной. Здесь у нас находится ресторан «Ковчег». Приехать сюда можно на парковку, тут бывают свободные места. Проспект Революции 1А адрес. Также здесь находится санаторий «Русь», ну а дальше Малая бухта за Русь у нас, санаторий «Высокий берег». Очень радует, что спортивных площадок в Анапе становится больше. Вот это одна из них. Вроде бы простые тренажеры, но они прекрасны. И работает туалет. Бесплатный. Когда-то мне говорили, что это нереально. Ну, чуть-чуть исполнение хромает. Ну и люди, которыми пользуются, тоже хромают. Хотя вот сейчас смотрю, чистенько, мусорка есть, все хорошо. Свет горит, все открыто. Ну и дальше вдоль набережной идем уже к самому санаторию Малая Бухта. В ближайшее время будет смонтирован не один ролик, много выйдет, ребятки, чуть-чуть я завал такой поймал. По поездкам почти месяц вот путешествовал. В Сочи мы с вами погуляли с трансляцией, но будет еще Геленджик и, возможно, даже пару видео из Дагестана.
Дагестан вообще порадовал, но об этом я во всеми на YouTube рассказывал. Если что, заходите, глядите. Местами, кстати, YouTube заработал. Радостно это или нет, я что-то все больше и больше ухожу в Telegram. Там как-то вообще прям очень нравится. Ну и спасибо тем, кто пишет там комментарии, ставит свои реакции. Это тоже очень важно. Ну и приглашайте друзей, знакомых туда. За это вам огромная благодарность. Могу отметить, здесь сегодня гуляющих довольно-таки мало. Один пес присутствует, вот сюда вышел на мыс. Вид в обратную сторону, тоже очень красиво всегда здесь. Совсем немножко людей. Здесь семейное кафе «Скалогрёз» называется. А нет, это семейное кафе, это отдельно оказывается. «Скалогрёз» — это вот сюда. О, как бывает. Ну, «Скалогрёз» очень кайфовое место. Неоднократно там был, могу советовать вам для посещения. Вкусная кухня. Готовят просто восхитительно. Плохих отзывов не слышал. Ну и когда закат с передних окон, все это видно очень хорошо. Ну и вот она, набережная санатория, Малая Бухта. Все ближе к ней подходим. Здесь несколько магазинчиков. Такое тут есть здание историческое, которое закрыто этими магазинчиками, собственно. Ну, может, не историческое, но выглядит красиво, как башня форта какого-то. Люди, где вы? Обычно здесь и народу побольше, и музыканты бывают. Ну, освещение есть, лавочки с мусорками стоят, чистенько, красивенько. Лифт, кстати, продолжает работать, советуем воспользоваться, если вдруг вы здесь побываете. Очень классно, когда приезжаешь вниз, открываются двери лифта, и на тебе море. Прекрасное, манящее. Ах, тут работают две бани, одна с левой, одна с правой стороны. Если любите их посещать, пишите, какая больше вам нравится. Ну и кофейни. Дальше у нас будет несколько зон для отдыха. В плане того, что можно посидеть, поесть. В этой набережной здесь есть бывшая гостиница. Я ее как-то раз снимал на продажу. Выставляли. Сейчас там идет реконструкция. Какое-то прям строительство, кровли убрали. Интересно даже, что тут с ней будет в дальнейшем. Стоило на каких-то там вообще космических денег, но, видите, покупатель нашелся. Или у нас Pink Cafe, или кофе, правильно. И еще один сад, местечко, кафешка, ресторанчик. Сад и море называется, тоже вроде бы работает. Говорят, тоже хорошее местечко для посещения. Я здесь не был, надо будет как-нибудь сходить. Можно глянуть, что здесь по ценникам. Предложения разные, но точно дешевле, чем в Сочи. Хотя, наверное, в Сочи чем дешевле везде. Калинина, можно приехать на парковку. Сюда также к набережной. Здесь у нас находится Сиазон. Тоже интересное место, большой выбор разной еды. Но, как видим, сегодня здесь тоже грустно и пустынно. И тут небольшая реконструкция идет этой террасы, на которой многие любят сидеть, также смотреть на закат. Ну, остальная часть набережной работает. Это тамань, вино, сок, мороженое, кофе, напитки. Там разные блюда есть. Далее за этой Сиазон точкой находится новое, прям крутейшее место в Анапе. Давайте его полностью рассмотрим. За Telegram я уже снимал ранее. Здесь у нас установили такие навесы от солнца, лавочки можно посидеть, сделали прорезиненное покрытие и поставили кайфовые тренажеры. Делали очень красивую подсветку, и теперь сюда приходить и потренироваться может абсолютно каждый. То есть постепенно спортзалы уходят в прошлое. Ну, хотя кто-то любит более камерные заведения. Посмотрите, какая лазалка и подтягивалка. Ну, круто. Я больше люблю воркаут. Не люблю тренажеры особо, но тем не менее, раз есть такая возможность, тут практически на все группы мышц. Я ходил в Венеджике, завидовал таким вещам. Теперь это у нас есть и в Анапе. Также здесь работает туалет. Есть шахматы, ребята. Можно поиграть, прийти. И смотрите дальше. Тоже, даже для людей с ограниченными возможностями есть турник. О, девушка на шпагат села сесть. Классно. Это все с видом на море, на закат можно делать. Смотрится просто космически. Вау.
вот эта растяжка. Ребята тоже прокачиваются по полной программе. Девушка не только на поперечный спокат, но еще и на второй садится спокойно. Красота. Такие вот спортивные люди живут у нас в Анапе. Малиновые цвета заката. Это еще круче выглядит. Ну как вам новая зона для спорта в Анапе? Такую просили очень давно, хотели очень давно. И, пожалуйста, теперь это у нас есть. Круто. Виды здесь классные. Спортом люди занимаются в Анапе. Цвет неба фантастический. В общем, я счастлив, что сегодня не сидел дома, а пошел прогуляться. Людей реально на тренажерах стало гораздо больше, чем те, кто гуляет по набережной. Круто. Молодцы. У нас тут кофейня. Пробовал кофе. Ребята делают вкусный. Могу советовать. И совсем немножко остается до сквера Гудовича, где наша прогулка сегодня по набережной закончится. Сходим на театральную, посмотрим, как там все выглядит. Играет релаксовая музыка, которая нам совершенно не мешает. Здесь караоке войс называется. Тоже все светится, значит, заведение работает. Это приятно, что у нас только мест, которые вы можете прийти на отдых. Ну и выбор кухни здесь большой. И знаковое место – маяк города Анапы. Наблюдаем с вами. Тут красивые и удобные скамейки в летний период времени. На них мест нет, потому что они как шезлонги сделаны. Можно лежать, релаксировать, дышать морским воздухом. Ну, даже сейчас мы видим, кто-то этим занимается. Дальше можно дойти до новой набережной. 40 лет Победы спуск. И ждем там появления совсем новой набережной. Кидаем крайний взгляд на эту набережную. Или последний, кому как нравится. Споры постоянные. И на морешко. Говорим ему пока, но в конце видео для вас будет еще минутка моря, дорогие мои друзья. Красота. Прекрасный, хорошо освещенный, любимый анапский сквер Гудовича. Люблю его, честно, всем сердцем. Одно, наверное, из крутейших мест Анапы из-за того, что здесь много зелени. Надеемся, что Черноморский парк будет точно таким же зеленым и привлекательным. Плюс много разных активностей. Хотелось бы, чтобы и здесь они появлялись, потому что это курортная зона, и наши гости должны пользоваться не только платными аттракционами, но и вот такими вот тренажерами, а дети развлечениями, горками, качелями в большом количестве. Особенно лазалки разнообразные, чтобы дети развивались. Краеведческий музей, я только похвалю эти места, частично нету света. Ну а дальше начинается уже светлая полоса. Ну, как и в жизни, темная, светлая, черная, белая полоса. В сквере очень много разных лавочек. Здесь места хватает абсолютно всем. Мусорки чисто убрано и много зелени. Даже сейчас есть и сосны, и, в принципе, деревья еще не все листья. У них опали, продолжают радовать зеленым цветом. Интересно, идешь, на каждой лавочке сидит по котику. У них есть, наверное, свои кормители, потому что они тут и живут. В принципе, все коты самые счастливые живут в Анапе. Ни одного худого на набережной не встречал. Откормлены, закормлены. В общем, хорошо быть котом в Анапе. Надо переходить дорогу. Здесь, смотрю, подрезали розы. И еще бутончики остались на них. Обожаю Анапу. Конец ноября, розы в цвету у нас, друзья. И дальше двигаемся. Тут, ну, все одинаковое. Лавочки, подсветка. Особо показать вам нечего. Там были еще две детские площадки, но они в темноте. Мы их с вами не разглядим в ночное время. Очень интересное место. Это фонтан любви. Судя по водичке, ну, или мокрой плитке, правильно сказать, значит, он еще работает. Здесь также есть интересные лавочки для влюбленных. Можно делать красивые фотки. Он работает с музыкой и красивой подсветкой. Улица Черноморская. У нас появляется ветер. Здесь мы тоже переходим дорогу по пешеходному пешеходу. И попадаем в сквер напротив АСХТ. АСХТ хочется отдельно поблагодарить за помощь нашим солдатам огромную. Потому что там у нас находится место, в котором вы можете все прийти поплести сети. Там наша команда «Время помогать людям» работает с этим. Так что всем участникам огромнейший привет от меня. Низкий поклон и спасибо, ребят, за вашу работу. Также есть хорошая спортивная площадка для занятия уличными упражнениями. Спорт
На площадке тоже есть футбол, баскетбольное поле. Ну, а дальше у нас роллеры. Ну, экстремалы занимаются. Напротив есть бесплатный туалет. Их тут три, по-моему, что ли, в сквере. Ну, вот один тут, один там в начале. По-моему, там дальше еще один есть. Могу ошибаться. Это занимаются. Как секция стоит, много фишек. Чатка роллеров у нас на переделке. Будем надеяться, что сделают один раз уже и навеки. Перед выходом к улице Ленина есть еще один санузел. Дальше у нас памятник Ленину. Ну, а через дорогу сквер Воинской Славы находится. Сейчас посмотрю тут одно место. В прошлый раз в моей прогулке по городу мне прям немножко стыдно стало за свой любимый город. Тут тоже много лавочек, мусор, люди сидят, отдыхают, что очень и очень хорошо. Плитку отмыли, ларек этот не отмыли. В общем, вот так вот за слона все, ребятки. А так я смотрю, что чистилось, мылось. Но почему-то все, кроме вот этой экскурсии, визит. На пересечении Ленина и Крепостной стоит вот такая вот засранная птицами мусорка. Там у нас цветочные часы находятся. Мы двигаемся к Театральной площади дальше. Улица Ленина. Гудойча здесь есть парковочка ближе к Театральной площади. Там находится наша поликлиника. Тут у нас ворота имени Полякова Юрия, бывшего мэра города Анапы. И выходим на Театральную площадь. По пути у нас должен был быть фонтан трогательный, сейчас он уже не работает. Но здесь красиво и светло. Есть кофейни, лавочки, качели. В общем, красивая современная площадка. С правой стороны работает Ростикс. В общем, меня радует, что заново появились три платана. Вот они были вообще большие, но KFC их бывшее спиливало, чтобы не закрывать вид на себя. Сейчас вот в таком формате все. Очень классно и прекрасно, что в Анапе таких мест становится все больше. Люблю тоже теперь Театральную площадь. Надеюсь, что вам она нравится так же, как и мне. Далее выходим на улицу Горького. У нас тут тоже никто не поет, хотя вот что-то раскладывает. Может быть, какой-то звук появится на площади. Время, наверное, еще. Да, 5:47 всего. Ну, день сейчас 8 часов всего идет. И закат у нас 16:53. Ну и любимая тоже улица Горького, прогулочная с правой стороны. Есть заведение для еды, небольшая детская площадка. Ну, самое главное достопримечательность здесь, центральный парк является по ней и фонтан перед администрацией. Для администрации возле вкусной точки идут какие-то ремонтные работы плитки. Ночью даже ребята продолжают свою деятельность, а мы свернем к фонтанам. Посмотрим, как там они продолжают свою деятельность. Без музыки, правда, но светятся. И это красиво. Ну, администрация у нас всегда украшена к Новому году. Люблю это место. И дай бог, чтобы они как можно дольше поработали. Я хотя думал, что в этом году уже закроют, но нет. Красота еще есть. Мы этой красоты можно возвращаться уже к улице Горького. Мамы с детками наслаждаются шумом. И какой же это удовольствие настоящее. Ах, Анапушка. Как летом, только холодно и вас нету. Улица Горького. Мы вот с вами вышли от фонтанов. Здесь кругом красиво, ярко. Ну и парк центральный. Людей здесь не так уж-то и много, совсем несколько человек, ну и аттракционы спят. С правой стороны у нас тоже заведение раньше работало зимой, а сейчас что-то отдыхает. С левой стороны бьюти-магазинчик какой-то, но снова все тоже закрыто. Ну нет, посетитель, как говорится, для кого, хотя Додо Пицца круглогодично приглашает всех насладиться. Вальма работает, кофейня. Еще кофе лайк. В принципе, места, где посидеть, есть. И вот так вот. Додо Пицца очередей тоже нету. Кафе Посейдон с правой стороны. Тут все мигает, светится, как Лас-Вегас, анапский, что ли. Парк аттракционов еще работает тоже круглый год. Мороженое. Не знаю, насколько актуально, но работает. Магазинчики, перекресток.
тут как-то все-таки поярче. Дамское бистро было тоже вкусненько там. Здесь старик Кинкалыч. Одно из популярных мест в Анапе. Их даже два у нас, и постоянно везде сидят люди. Ценник, обслуживание, в принципе, все хорошо. Поэтому столько много сюда посетителей. Не обманываю, смотрите сами. Хинкальная... Чебол как-то или что-то, короче, не знаю. В общем, есть тут где погулять, посидеть. Это пересечение Горького и Гребенской улицы. Ну, то место, в принципе, откуда мы сегодня с вами начинали прогулку еще при свете дня. Такой вот прекрасный момент. Засняли в Анапе. Косметика. Юга, там много посетителей, сила природы. И все остальное здесь. Работает, это очень-очень хорошо. В общем, друзья, я думаю, что Анапа будет рада вам, хоть мы с вами не увидели нигде новогодних украшений, кроме администрации. Все светло, чисто, люди гуляют. Самое главное, чтобы погода теплая была. И тогда наверняка Анапа заиграет для вас великолепными яркими красками. Хорошего вам настроения, великолепного отдыха. Ну и чтобы всегда ваше здоровье было лучше всех. С вами был Юрий Азаровский. По традиции немножко морюшка для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты к себе на страничку. Буду благодарен от души. Комментарии очень важны. И жду вас в Телеграме. Пока!